сегодня благодаря погоде удалось немножко погреться на солнышке, и на улице было теплее, чем в зале. Конечно, задача не выполнена. Наша цель — быть на первом месте в группе. И, судя по расписанию, легких матчей не намечается. Поэтому, да, мы сегодня победили в тяжелом матче. Всех поздравляем, но нужно это принять спокойно и готовиться к следующим матчам, которые, в принципе, тоже на выезде и в Лиге ВТБ, и в Евролиге. Ну, я подустал мало, просто как говорится, в последнее время не очень как чувствовал, не знаю, или в себя не верил, было тяжело, и Ават еще помог команде сегодня выиграть. Но Ават просто чуть-чуть подустал, но бывает это нормальное состояние. У нас осталось, наверное, дома только в Евролиге два матча, это Кахалабава и Жоли. Надо не расслабляться и быть в фокусе. Если мы будем так играть, как сегодня, быть одним целым, фокусироваться на игре, даже с такими, да, скажу, не очень хорошим судейством. Мы не пустили руки, бились до конца и достигли победы. Реал не ожидал такого от нас, и мы просто играли жестко и не давали легких мячей. Немножко в конце, опять спустя Сумбу получился. Get out of here.